Добрый день, дорогие подписчики! Сегодня у нас в обзоре такая необычная херня. Лапша том-ям Гаудо Вип. Но, честно сказать, производителя видел только в одном магазине у нас продается, в фикс-прайсе, блядь. И только один вкус у них, блядь. И тут написано, что рекомендовано сенсой. Эксперт в азиатской кухне. Ну, так себе он эксперт, судя по лапше, которую мы ели фунчоза. Можете предыдущие обзоры посмотреть. Ну а так, производство Вьетнам. Действительно, там адрес написан, все, остро-кислый вкус. Так что будем сейчас пробовать, насколько он похож на том-ям. Вот, вскрываем, значит, нашу банку. А, что мы тут видим? Тут у нас, значит, вилочка складная. Вот, ну-ка, качество. Ну, знаете, ничего, конечно, не такая, как у мамы, но прикольно, пополняем коллекцию. Так, ну, лапша, вот смотрите, такая вот мелкая, и там уже высыпаны сухие овощи, какие-то шарики. А вот и, собственно, наверное, сама наша вкусовая основа. Значит, высыпаем, ну, сухая и, собственно, наверное, какое-то очень сильно полезное масло, блядь, от которого может быть изжога. Ну да, стандартная, блядь, суповая основа. Написано вообще со вкусом креветок. Ну, том-ям, он, в принципе, так и делается. Креветки там, лимончики. Да, ничем не пахнет обычная, блядь, хуйня. Так, и... маслечко. Ну, скорее всего, это именно острая основа. И, скорее всего, слаймом, потому что том-ям... Тема славится, что там лайм, блядь, лимонная трава, всякая хуйня. Просто во Вьетнаме хавал, именно настоящий том-ям, там и грибы идут специальные. Вот такой дороговатый суп, если дома самому делать. Да, пахнет лаймом, приправа. Ну все, запариваем. То же самое, там, 3-4 минуты, чуть-чуть больше. Ничего тут сверхъестественного нету, блядь. Все, ждем. Итак, запарился наш том-ямчик. Я прям, о, жажду это все попробовать. Пахнет лаймом, говорю сразу. Что-то типа запах, как лапша мама. И вифон есть у них, красная банка, том-ям. Блять, к сожалению, не можем найти, что-то перестали навозить. Ну, как-нибудь тоже закажем, снимем обзор. Итак, начинаем дегустировать. Такой оранжевый вкус, это цвет точнее. Угу. Ну, на первый взгляд. Да, похож на том-ям. Такой насыщенный вкус, острый, но мне кажется, на сегодняшний день самое приближенное том-яму — это лапша мама и вифон, соответственно. Вот они прям вообще четко похожи. Ну, они и стоят, конечно, подороже, чем вот эта дрянь, но хочу сказать вам, достойный вкус, то есть не фуфло. Вот Биг Бон я ел том-ям, да, уже нет, там вообще вот все смазано. Имею в виду вкусовые какие-то оттенки. То есть нет у них такой способности, что ли, делать такой том-ям, хер его знает. Как бы прикольно, да, там я не говорю, что лапша говно бигбоновская, но нет, это вообще не панацея, они, блядь, наполовину, может, где-то приблизились по вкусовым ощущениям. Вот это уже более-менее что-то похоже. Ну сейчас, ребята, доем. Мне интересно просто вообще полностью съесть сейчас и ощутить всю полноту, так сказать, вкуса. Ну все, давайте. Буду хавать. Итак, ребята, схавал я наш том-ямчик. Значит, как я сделал? Я сначала до половины съел стандартную, ну то есть ничего не добавляя сюда, пробовал лапшу. Потом добавил майонеза. Ну вот с майонезом, кстати, вообще великолепно. Никаких нареканий. А вот когда я ел просто этот продукт, да, вот в своем соку, так сказать, то чувствовался запах, ну, или привкус полимерного соединения. Стакан пластиковый,
Видите, может быть из-за того, что он долго лежал, не знаю. Чувствуется все равно чуть-чуть, не то, что прям совсем жрать невозможно. Есть такой момент, ну майонеза добавил, все отлично. Скажем так, по пятибалльной шкале Вифон и мама занимают первую, ну точнее там пятерку получает. Вот эта херотень получает 4 балла из-за привкуса какого-то, который чуть-чуть все равно чувствуется. Ну и, допустим, Биг Бон, он, ну, трояк бы ему поставил. Как бы есть можно, там рисовая лапша, прикольно, но это далеко не, ну, не тот том-ям. Здесь вообще, что отмечаю, прям сбалансированный перец и лайм, то есть, блять, охеренно. Хавать можно, так что если увидите, покупайте, не стесняйтесь, причем стоит он гораздо дешевле того же Вифона или мамы, потому что Вифон и мама, они там стоят, ну, за 50 рублей. Если акции нету. Этот в тридцатке не стоит, там рублей 28, по-моему. Поэтому прикольная тема. Ну и плюс вилочка у них идет в комплекте. Складная. Для азиатов, походу, у всех. Прикольная такая штука. Так что, ребята, если кто-то ел такую лапшу, пишите комментарии. Кстати, у меня товарищ вот такое подарил. Мне вот интересно его мнение. Я думаю, Даня, если ты это видишь, отпишись, пожалуйста, твое мнение, что ты там почувствовал, не почувствовал. Зашло тебе, не зашло. Вот. Ну а так, ребята, до скорых встреч.